Дорогие учителя, мы хотим поздравить вас с Днем Учителя и внести в вашу школьную жизнь немного юмора. Ну, в первую очередь, это холодильник. Понятно почему. Во вторую очередь, это телевизор, чтобы мне не быть одному. В третью очередь, это, наверное, интернет. Это винегрет. Курицу, зажаренную собственными, да, собственным приготовлением. Шашлык. Машина. Толянка сборная. Пельмени. Утюг. Пылесос. Стиральная машинка. Жареная картошка с чесноком. Зеркало. Это обязательно. А потом расческа, наверное, да, чтобы мы всегда с вами хорошо выглядели. И кошелек. Блин, зажигалка, сигареты. Ручка, и карандаш, расческа и зеркало. Летучий корабль. Зайчик с волком. Пони, все шестеро и свинка Пеппа. Маленький, хоббит, лошадка, все фильм зовет. Любимый. Любимый был заяц? Не, любимый. Любимый волк. А вот здесь вот я лучше промолчу. Мы в основном, наверное, в социальных сетях, в интернете, да? Ну, а вечерами в компании, в парке, на дискотеке. Но я надеюсь, что за какими-то все-таки хорошими делами, да, а не за криминальными. Семейный ужин. Ну что, почему? Ужинаем. В моем случае я лягу и притворюсь, как будто я очень сильно не могу встать. Буду обороняться. Как? Ну, наверное, буду уходить от конфликта сначала пытаться. Отмахиваться буду. А потом? А потом побегу. Наверное, отдать все, что они потребуют, лучше. Ну, вот в остальных случаях звать на помощь. Мир на земле, чтобы не было войны. Я хочу собственный дом, например, и чтобы он был построен именно не то чтобы своими руками, да, но на собственные средства, которые я сама заработала. Вот, я хочу получить вот второе педагогическое образование, у меня есть такая мечта. Есть мечта у меня остаться вот в Спасском, никуда не уезжать, но подразумевает собой эта мечта, да, чтобы все-таки развивался наш район, чтобы была у нас высокая занятость. Увидеть мир как можно больше и шире. Спасибо вам за труд и за заботу. За нежность, теплоту, горячий глаз. Учитель, просто слово для кого? Но мы ответим, точно не для нас. Мы с вами провели часть нашей жизни. Узнали много мы полезного от вас. И вам благодарим ясно мыслям. И не забудем блеск ваших глаз. Мы вас любим! Можете указать, пожалуйста? Нет, не надо. Можете. Можем. Можете. Ваше любимое блюдо.
Наверное, ту, которую никогда не ела. Люблю поросенок с хреном. Очень люблю черную и красную икру. Вот, но холодильник не убирается, я как-то приходится гильчик назад выковыривать. Какие персонажи из мультфильмов были для вас самыми любимыми персонажами? Спасибо.